Приветствую вас. Вы уже, да, задавали вопрос такой, я на него отвечал. Было бы, конечно, интересно узнать, как бы, чем вас не устроили ответы на него, на этот вопрос, я имею в виду. Вот, потому что, ну, условно говоря, нужна какая-то именно обратная связь в ответ на ответы специалистов, в том числе на мой ответ, а не, по сути, пересказ того же, что вы уже, ну, того же, что вы писали. Вот. Я могу сказать, что у вас есть страх интимной близости, вот, какой-то гипертрофированное и качелеобразное отношение к сексу. Вот. И мне кажется, что это здесь один из ключевых таких моментов. Вот. На которые вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что, ну, это достаточно важно. Вот. Как правило, связано это с тем, что есть проблемы незащищенности границ своих у вас. Мне кажется, такая довольно властная мама. Вот. Я в этом не уверен, конечно. Вот. Но есть такое ощущение, что у вас довольно властная мама. Вот. И, соответственно, не получается ей дать какой-то опор, наверное, в первую очередь, не получается ей дать какой-то отпор. Вот. И опереться на себя в этом контексте не получается тоже. Вот. А мужчина здесь просто как вот, знаете, как такое вот средство своего рода выступает, да, то есть вы говорите, я почему-то решила получить интимный опыт, почему-то я решила именно с ним это сделать, вот. И идея в том, чтобы вам для себя понять, а почему именно сейчас, почему именно с ним. Вот, вы говорите там, боюсь беременности, телегоне и так далее. Но если говорить о телегоне, то это миф, это неправда. Вот, это теория, которую давно проверили. Но, по сути, вы боитесь сближаться. Вот. Вам страшно сближаться, вот, как мне кажется, по крайней мере, вот. И момент в том, на мой взгляд, момент основной, момент в том, что вот этот вот страх сближаться, да, он ведь связан с вашей такой вот неуверенностью в себе. Вот. И, соответственно, это нужно учитывать. Обязательно.
если вы хотите там налаживать отношения, да? Вот. Поэтому моя идея когда заключается именно вот в том, чтобы работать в первую очередь с личными границами, в вторую очередь со страхами, вот. Которые могут быть связаны с тем, что вы боитесь ответственности. Вот. А она, в свою очередь, продиктована тем, что вам ее не дают брать. И до сих пор, вероятно, вы ее боитесь. Вот. Также бегство от мужчин выдают, ну, не очень позитивные отношения с папой. Вот. Может быть, какую-то обиду на него и так далее. Вот. То есть это тоже такая достаточно важная история, на которую вам нужно обратить свое внимание. Вот. А вот, в принципе, наверное, то, что хотел бы я вам сказать сейчас. Вот. На этом, пожалуй, все. Я думаю, можно закончить. Вот. Вы, что важно, достаточно много написали, вот, но как бы рассказ этот был в основном про ваши отношения. Очень мало вы говорите про себя саму. Очень важно вы говорите про свои переживания, свои эмоции. Вполне вероятно, что вы склонны от них убегать как-то. Вполне вероятно, что вы склонны как-то вот, ну, сбегать вот куда-то в такую более, может быть, ну, привычную для вас историю, в привычную для вас среду. Вот. И как бы это тоже здесь сказывается. Вот. То, что человек, у вас человек, вы в целом такой достаточно закрытый. Вот. А я бы еще сказал, что важно вам поисследовать значение секса для вас, вот, и участие мамы в вашей жизни. Потому что вполне вероятно, что вы можете, ну, ну, вы можете как-то вот противовес маме, своей, да, вот это, ну, вот какие-то действия совершать, вот. И это тоже может играть существенную роль, вот, как мне кажется, по крайней мере, вот. С точки зрения терапии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Поэтому, значит, я думаю, таким образом можно дать вам ответ, ну, примерно, да, плюс-минус. Ну, вот. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, вы теперь дадите ответ, ну, дадите обратную связь на ответ. Вот. То есть, ну, как-то вот этот момент именно вот сконцентрируйтесь на обратной связи. Вот. Что важно. Как раз таки. Вот, обратная связь важна.
здесь. И вам будет понятнее и лучше видно вот конкретно, что происходит с вами, в том числе. Вот такой ответ, я думаю, можно вам дать. Надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что это было интересно. Буду вам благодарен, значит, за обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И будем надеяться, что ваша ситуация разрешится.